новый журнал, новые правила, новый формат. Мы решили сделать журнал более близким к болельщикам, к фанатам, чтобы было больше информации о самой команде. Ну и решили расширить формат в качестве такого общеспортивного журнала, которого раньше не было. То есть все виды спорта теперь у нас в одном издании. Прежде всего, это очень интересное интервью с Чичо, с нашим снайпером, можно так сказать. Мы действительно проверили на деле, что он снайпер не только на льду, но и в жизни. Интервью, разминка, немного о здоровом питании, естественно, дайджест интересных новостей на предстоящий месяц, ну и много чего еще интересного, что не оставит равнодушным читателя.